Всем привет, с вами Комаров Виталий. И наконец-то я получил посылочку с Алиэкспресс. На этот раз у нас по электронике переменные резисторы. Смотрим, что там. Плюс еще крутилки к ним. Две посылки объединили в одну. Рис и два. Вот что меня поражает, заказал я их 6, получил 7, 13. Ой, сегодня 13. Это 7 дней из Китая. Это просто шок. Так, ну что ж, это, как я понимаю, крутилки многооборотные. Считает оборот. Смотрим, разрезай давай. Ссылочки на всю эту хрень будут в описании. Так, первая у нас крутилочка. Блин, как всегда. Вот они продаются таким ключиком. Такая подкладочка под каждую штуку. И считает обороты. Да. Считай как в одну сторону, так и в другую. Да? Сколько оборотов у нас тут? 3, 8, 9, 0. Ну, короче, это бесконечно. Все это можно считать. Здесь вот болтик, который всю эту штуку затягивает. Это на 4 миллиметра. У продавца было сказано, что вот эта штука тоже на 4 миллиметра. Переменный резистор. Смотрим. Вот они. Ну да, вроде на 4. Вот она. Кое-где намотана. Так. Читаем параметры. Да, 100 кОм, плюс-минус 5%, 2 Вт. Ну что, они одеваются нормально. Сейчас мы затянем. Не затягивается. Еще раз смотрим. Держится. Так. Ну, все это крутится. Сейчас мы померяем. Тот и другой. У меня их пришло 2. Оба на 100 кОм. Так, сегодня жара целый день. Ужас. Так, сначала на омах. Так. Крайние должны быть. Оказывается, 100 кОм. Не понял. 37 кОм. 45 кОм. Ага. И. 100 кОм. Значит, у нас не переменный. Это вот. Да, 100 кОм. Не надули. И не надули, не надули. Так, сейчас мы еще так как-то приспособимся. Так, приспособимся. Как-то так приспособимся. Приспособимся сейчас. Сейчас, во, приспособились. Начали крутить. Говорят, что у них где-то на 6 обороте там что-то такое происходит. Нет, ничего не происходит.
60 килоом. Никакого глюка вроде нет. Ну, это, конечно, пока не закреплен, она крутится как хочет. Это вот эту штучку нужно закреплять и вставлять в паз. Она, по-моему, должна приклеиваться. Ну и все, так посмотрим, как на омах. Так, 4 ома выдает. Начинаем прибавлять. Оп, все. Как кило перешло, 2 кило ома. Да нормально работает. Все плавненько. Так, ну и проверим уж крутилку. Проверять не будем, прикручивать, надеюсь, да? Так, кстати, тут гаечка есть, а тут? Ага, и тут. Все, эта гаечка есть. Так. Так, теперь что, опять переставим все это по-другому. Так, сразу вставляем килоомы. Ага. 31 килоом стоит. Но уменьшение идет. И у нас минимум 2 ома. Опять на килоомы и пошли до максимума крутить. Ты что ты? Вылетай, что не вылетай. Что-то первый раз я как-то лучше взял. Угу. Но на 60 омах нормально он работает на 6 обороте. Ну, 99 килоом. И между ними стоять, не падать. Так. Да, 100, ну, 100 килоом можно считать. Так что вот такая вот посылочка. Ссылочки на эту фигню будет у меня в описании. Подписываемся на канал. Я жду уже почти 3 месяца еще 2 шнура магнитных. Еще никак ко мне не придут. Так что подписывайтесь. Вдруг придет.